Анонс и точная дата выхода 8 серии нового турецкого сериала «Моя левая сторона». 8 серия сериала выйдет в эфир 21 января. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как Селим, узнавший секрет, который Ихсан скрывал от него годами, очень зол на своего отца и уходит с вечеринки по случаю дня рождения. Перед лицом разочарования Селима Сера поддерживает его, чтобы облегчить его боль. Стремясь помириться со своим сыном, Ихсан также предпринимает действия, чтобы найти Эмина. Селим, чей гнев против отца не утихает, говорит ему очень тяжелые слова, когда они встречаются лицом к лицу. Бабушка Селима, Берин, приезжает в Стамбул, когда узнает о том, что произошло. В то время как Ихсан слышит тяжелые замечания своей матери о Селиме, он также весьма удивлен ее резким заявлением об Асене. Бериджик очень удивлена, узнав от Назлым, что пешеходом на ее видео является Зайнеп. Пока Назлым и Али пытаются испортить игру Бериджик, Барбар включен в план. Они объединяют усилия, чтобы вымогать деньги у любимых и подруг. Приветственный вечер Бурака устраивают его друзья. Бурак обращается с Селимом так, как будто ничего не произошло, и в то же время планирует прекратить отношения с Серой. В то время как Бурак рассматривает кокетство Селима в уме Серы, Бериджик предостерегает Серу от Бурака. В то время как Бурак делает вид, что забывает Серу, Бериджик и Селим не в ладах. Между тем выясняется реальный виновник происшествия, которое устроил Селим. Напомним, 8 серия сериала выйдет в эфир 21 января. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых турецких сериалах. Спасибо за подписку и лайки.